Счастье – это когда улыбаются дети. Мама обнимает тебя по утрам. С друзьями болтать обо всем на свете. Гулять по любимым сердцу местам. Никуда не спешить, не менять маршрут. Если здесь хорошо, значит, всюду. Разобраться с собой еще важно тут. Ведь, возможно, там по-другому не будет. Счастье – это просто заваривать чай для самого близкого человека. Когда вслух говорят про низкую чай и за лекарством бегут в аптеку. Впрочем, у каждого счастье свое. И с другим его спутать сложно. Береги, пожалуйста. Вот и все. Это так просто и так возможно.